Счастье это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Святослав и Мария Запольские – одна из самых популярных пар блогеров и ведущих в Красноярске. За их семейной жизнью следят более 100 тысяч человек. Вместе пара 11 лет. У них двое детей, сейчас семья ждет пополнения. Ла-ла-ла-ла. Ну все, все, хорошо получилось. Знакомство. Музыка нас связала в прямом смысле, потому что мы познакомились в вокальной студии СФУ. Мы оба выпускники этой студии. Да, Святослав мне старше на 6 лет. Там мы познакомились, собственно, Слава был в отношениях с другой девушкой. И потом я спасла ситуацию, в общем, мы пошли на крышу здания. Мы залезли. Было очень романтично. Поцелуй на крыше под луной. Было очень романтично. И каждый день после этого дня тоже незабываемый, как и сегодняшний. Бюджет. До свадьбы, да, то есть мы вот до 13-го года, у нас был раздельный бюджет, каждый сам себя оплачивал, но потом мы поняли, что это все бессмысленно, зачем, ведь мы, ну, как бы, мы вместе, мы пара, мы семья. Кто главный в семье? Наверное, давай ты на меня покажешь, а я на тебя. Равноправие, то есть... Не такого, что матриархат, либо патриархат. Ну, есть, да, есть такое. Голоса, у каждого есть свое мнение. Нет, на самом деле, ну, вот в каких-то моментах, ну, реально Маша вот рулит, и она как режиссер, как организатор, она прям грамотно это сделает. Я всецело ей доверяюсь. Быт. Мы делимся обязанностями, ну, пополам. Не такого, что только я мою посуду, это женская обязанность. Нет. Каждый моет посуду, каждый моет пол, каждый там стирает, гладит. То есть в этом нет ничего зазорного, когда мужчина моет тарелку после себя. Это нормально. Но если мужчина считает, что он выше этого всего, что это только женская обязанность, то, скорее всего, он будет одиноким. Дети. Вот эта картина, она Радмирчика. 17 апреля он 20-го года родился. И вот из Красноярска звездное небо было именно такое. Радочка, когда родилась 26 марта 18-го, небо было вот такое звездное. Я взял всецело на себя эту там, с утра там от, да, отведу в садик. Утром сам будет детей, одевает, уводит в детский садик. Спасибо тебе большое. Потрясающе. Иди сюда. Семейные традиции. Ну, у нас есть традиция все время кушать вместе. То есть мы завтракаем всегда вдвоем. Возможно, вот сейчас детишки и... в садике, ну, стараемся. Так интересно складывается, что даже на завтраке с кружкой чая мы чокаемся. То есть как будто что-то празднуем новый день. Почему вы вместе? Потому что любовь – судьба. Да, я думаю, что так. Секрет брака. Мы всегда вместе, и мы за эти годы никак не надоедаем, а наоборот питаем друг этой энергетикой. Чтобы не было кризиса в взаимоотношениях, нужно постоянно друга удивлять. Приятными подарками, мини-сюрпризами, там, завтрак приготовить с утра. Я считаю, вот путешествие для нас вообще как бальзам на душу, и мы часто это делаем, и это очень объединяет семью, и мы делаем это все вместе, все вчетвером, впятером. Мне кажется, если нет любви, настоящего чувства любви, то ничего не поможет. Никакие общения не помогут. Если люди друг другу холодны, до сих пор мы создаем наше счастье, а Слава делает лучше, улучшает меня, а я улучшаю его. Да, мы осчастливили друг друга 27 апреля. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me. 'Cause I don't... Дальше уже забыл аккорды, все.